Одна из улиц поселка Приморск Магарамкентского района теперь носит название погибшего при исполнении служебного долга прапорщика милиции Нажмудина Шахбеленгова. Здесь же, на его родной земле, в память о герое установили мемориальную доску. Напомню, трагедия произошла ровно 8 лет назад, 4 января 2011 года. При попытке проверить подозрительный автомобиль в Махачкале патрульный экипаж ППС был обстрелян. В результате старшина экипажа, прапорщик милиции Нажмудин Шахбеленгов, получил тяжелые огнестрельные ранения, от которых позже скончался в больнице. В память храброго стража порядка почтили его коллеги, родные и близкие, а также односельчане. Указом президента Российской Федерации от 4 ноября 2011 года номер 1465 прапорщик полиции Шахбеленгов Нажмудин Исмаханович награжден орденом мужества посмертно. Шахбеленгов Нажмудин Исмаханович навечно зачислен в списке органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, награжденных, значит, орденом мужества.